Трое детей утонуло в реках Алтайского края. Это меньше, чем за неделю. Губернатор Александр Карлин на аппаратном совещании с Краевым следственным комитетом поручил детально разобраться в причинах трагических случаев на водоемах. Так, днем 18 июня в Каменском районе на реке Чертенихов вблизи села Столбово утонул 5-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок находился вместе со своим дедушкой на рыбалке. Мальчик зашел на подвесной мост, где оступился и упал в воду. Спасти ребенка не удалось. Еще одна смерть в селе Верхобское Смоленского района. Там утонул 14-летний подросток. Другой трагический случай произошел 16 июня на территории Петропавловского района. Там во время купания в реке Ануй погиб 16-летний подросток. Он пришел на отдых вместе с одноклассниками и взрослыми. Сейчас Следственный комитет ведет доследственные проверки по всем трем случаям. Также оперативные проверки проведет уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева. Глава региона Александр Карлин поручил оперативно подготовить телеграммы в муниципалитеты и обратить внимание на персональную ответственность глав администрации районов и сельских поселений, особенно Петропавловского, Смоленского и Каменского, где произошли трагедии.